Здарова, бойцы! Это домашний канал Валерки, и мы продолжаем с вами жрать мозги всяческих там спецназовцев и ученых. Вот, в игре под названием Зомном. Ну что, давайте продолжим. И писали, значит, писали то, что в конце нас ждет какой-то босс. Наешь. Босс, короче, который... неожиданный босс. На удивление там какой-то. Вот. Точно какой, не сказали. Так, мы закончили с вами, что нам надо туда вниз, да? Получается, вниз. Погоди, сейчас вот этого... Ать, словил соплюлю. Так, погоди, Дверцу какую-то надо открыть, по-моему. Вот эта дверца открывается. Мы как-то открывали эту дверь, нет? Погоди. Оп, спустил. Оп, открыл. Ну-ка. Умер? Да. Такой протяженный... О, сделал он. И, походу, он сдох, да? Офигушки, смотри, он кидается своей желтой херотине. Пероборенный желтый. Так, погоди, а там у нас... Оказывается, мы можем, короче, сдохнуть, вот так, упадя вниз. Чё там, кто там стреляет? Ай, в голову. Получи. Получи и распишись. Получи соплюлю в лоб. Всё-таки успел. Успел. А стоп, погоди. А если я сделаю вот так вот, и сейчас перееду, короче, вот как раз мозги. Вот это говно убить надо. И пойду здесь поверху. Что мне мешает? Что мне мешает? Да что они там расстрелялись-то? Расстрелялись, а? Держи. Отлично. Так, а вот эта штукенка... Опа, опа, опа! Стопы. Отлично. Меня не пройдешь. Хитрожопый зомбарь, знаешь. Так, а это... А, еще ниже. Вот так. Ладно, допустим. Окей, идем дальше. Это спускается еще ниже. Все ниже и ниже. Так, стопы, прекращай там кидать. Смейся. Получи. Все-таки поджог. Поджог он все-таки. Ай! Хорошо, не в бочку. Ты сейчас бы рвануло вместе со мной. Так, че у меня все? Амо, амо. Окей, понятно, что я могу вот переключаться. Что он мне там показывает? Вау, 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 вау. Покрышки, покрышки. Ладно, допустим. Какое-то метро, да, заброшенное метро. Еще ниже. Ладно. Хорошо. Килит какой-то к... Чё, убийца кошек? Или чё, чё там написано? Что-то про кошек. Что-то связанное с кошками там написано было внизу. Так, мозги. Мозги, хорошо. Сдохни. И сдохни. Сколько вас? Сколько вас тут? Отлично. О, новая локация. Подзагрузочка была. Новая. Kill the президент? Убей президент? Чего? Мистер президент? Это босс? Это босс, мистер президент? Да ладно. А, мне тут, короче, что-то не взять почему-то, не допрыгнуть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мистер президент. Да ладно, убили сразу же, что ли? Как так-то? Или нельзя близко подходить? Видал, меня сразу снесли столько хп. В смысле? Ладно, окей. Вон, смотри, еще. А, на покрышки, короче, запрыгиваешь и...
Да! Вон она в чем фишка. Мистер Президент. А, у меня этих-то нет оружия. Я все просрал. Ладно, мистер Президент. Держите, куда поехал? Куда ты поехал? А там колья были, я поэтому сдох. Ладно, допустим. Сейчас мы мозгов захаваем. Так, куда уехал президент? Где? Ну, вон смотри. Да, там точно колья. Надо, короче, рычаг какой-то, наверное, да, я думаю. Да блин, атакуют. Ай, электрические палки. Палки электрические. Так, пошли вон. Погоди. Опа. Не попал. Да откуда ты взялся-то с гаечным ключом-то, а? Да сдохни ты уже. Да. Подохнешь, нет? Молодец. Блин. Жижа. Смотри, сколько могу. Так, мистер президент, сдохните, пожалуйста. Лови. Я ему все лицо заплевал. А, мне туда не залезть наверх. Ладно, допустим. Шапку снес. Нечестно. Че платформа? Миньоны? А, убить миньонов, чтобы опустилась платформа. Понятно. Короче, у нас эти бойцы, вот эти все доктора и всякие спецназовцы, это миньоны. Подчиненные. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Сдохни. Молодец. Так, граната упала. Обмануть меня хотели, да? Опа. Убили? Опять? Что за нахер? Почему? Ладно, окей. Сложный какой-то, мистер президент. Допустим. Держи. Я тебе сейчас глаза замылю. Глаза заплюю. Глаза захаркают. Да уйди ты, на тебе пощечину. Ух ты, с первого удара. Видал меня с первого удара? Отлично. Да? Желтый полосатик. Отлично. Погнали дальше. Он как будто в маске зеленый. Умри. А! Твою мать! Откуда он там взялся? Сейчас должны победить. Сейчас все должно быть четко. Все должно быть на мази. Все должно получиться. Мозги не берем. Да ладно, это что такое? Что, блин, случилось с этим зомби? Офигеть. Почему у него ноги так выросли? Стоп. Так далее. Молодцы. Взрывайте сами гранатами президента. Так, убить миньонов. Отлично. Да куда ты прыгаешь-то? Стоп. Молодцы. Да умри ты! Гранаты еще раскидали, твари. Сдохни. Да, мозг. Там, по-моему, президент у нас спустился. Да. Мочим, он уже без шапки. Так, не долетела наша сопля, умри. Отлично. Пол ХП ему снесли. Умри. Добивай, да? Они, короче, своими гранатами тоже урон наносят. А стреляй ты, ну. Чуть-чуть осталось. Все. Отлично. Мы win. Зомби захватили планету. Здорово. Все отлично. Это жесть, конечно, это надо на превьюшку. Это реально надо на превьюшку. Вот.
Отлично! Игра пройдена, вот такая вот забавная, короткая, небольшая игруля, вот. Можно, в принципе, было за одну серию пройти, но разделили на две, и так будет, я думаю, получше. Так получше. Ну что, ссылка в описании под видео, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока!